Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы. Слушай, нормально покачались, да? Нормально, да. Опа-на! Слушай, голову мне почеши, я не дотягиваюсь. Слушай, а чё у тебя брови такие? Ты как их накачал? Ну я это, отжимался много. Так отжимался это же на трицепс. Ну в основном на трицепс, но немного-то и на брови попадает. А. Слушай, ты знаешь, что все люди произошли от обезьян? И чё? Ну а ты чё ждёшь? Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш. Дюсш? Это который рядом с туалетом? Дюсш это детская юношеская спортивная школа. Опа-на. А чё это было слово, стало шесть? Ну я просто расшифровал. Просто расшифровал? Ты чё это слово просто рядом с такими словами ставишь? Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? Ты говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка. И чё? Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов. Слушай, самбистам вообще сказали крыльцо делай. Из Пушкина? Из бетона? Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого? Ну... Про музыкантов в основном. А откуда они? Ну, не местные, факт. Понятно. Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают. Что делают? Ну, делают 8 подходов по 12 раз. Все. Понятно. Короче, ты осел. Чё я не понял? Сеня, ты чё, обиделся, что ли? Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это? Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел. Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет? Ну, там еще петух и баба. Это я еще нормально со слом попал, да? Ну, а я буду трубадур. Опа-на, там что еще, трубадур был? Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он знаешь, как от груди жмет?
Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Мы в конце концов не лохи, чтобы там песикотов и себя строить, правда? Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то. Песикотов он пускай шахматисты играют. Слушай, а как мы скажем Петрухе, что он либо петух, либо баба? Он же от груди 180 жмет. Это ж весь мой рост. Слушай, надо подумать. Нам тренер запрещает думать. Ну один-то раз можно обмануть, чё? Слушай, придумал. А давай на сказке 2 осла будет, а? Ну хрен с ним, с этой принцессой, зато тележка реально в 2 раза быстрее поедет. Точно. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем. И ни капельки не тяжело. Ничего на свете лучше нету, чем водить друзьям по белу свету.